Так. Микрофон. Game doesn't pick up the telephone. Микрофон doesn't restart the game. А по-русски можно, пожалуйста, объяснить, пожалуйста? I don't understand. Languages. О, язык. Ага. Можно, пожалуйста, на Russian? А, русский есть все же. Ну ладно, допустим-то. Чувствительность мыши. Высоко. Чего? Начало выйти, яркость. Чего? Размытие. Почему такое все? Вертикальная синхронизация. Управление. Распознание голоса. Когда вы видите этот знак, какой знак? Данный момент отключен. Означает, что распознание голоса включен. Чтобы воспользоваться функцией распознания голоса, удерживайте кнопку распознания голоса, пока не закончится голосовую команду, которую вы можете использовать. Can you help me? Are you friendly? Помните, что общение не всегда может быть успешным. Это много зависит от вашего подхода, состояния души. Убедитесь, что вы четко произносите предложение на английском языке. Четко на английском языке. Короче, я беру телефон и фоткаю. Фоткаю. Открываю телефон. Подсказочки. Ну, чтобы я точно помнил. Значит, назад. Что? Оптимизировать качество. Движение камеры. 19, 20 на 10, 80. Ну все правильно. Частота кадров 60, пусть пока будет. Управление. Управлять. Меню голос команды на Q. AD. Чего следующее? Камера AD. N, ночное зрение, sprint, shift. Окей. Допустим-то, начало. А в игре будет только одно автосохранение? Я сделал это, чтобы вы не могли избежать страха в решающие вам с нуля? Да ладно! Для длительности около 2 часов удачи, спасибо. Серьезно? Сейчас нас будет пугать? Detective Wyatt, man. I can't believe I'm talking to you. I've been a huge fan of your work, especially that Sakamoto case. The way you cracked it Кто was храпит? pure genius. Your Просыпайся! reputation is legendary, and that's why I knew you were the right person to reach out to. I've got this strange situation at my place, and that's been keeping me up at Я night. уже напрягся. Well, Colton, I appreciate the kind words. Nice to meet you. Now, tell me. What's going on? It's about Mrs. Susan, like I mentioned in the email. The lady helping my pregnant fiance, Kaylee, and me around the house. We brought her in because she seemed very lonely.
She's practically family, living right next to our house. About a week ago, she disappeared, gone. Not answering calls, missing her usual hours. Disappeared for a week? Yeah, that's definitely cause for concern. Anything unusual about her behavior before she vanished? Yeah, that's the thing. She started acting strangely, calling us by different names, humming these bizarre tunes. It really freaked out Kayla. She went to stay with her parents for a bit. I couldn't just leave Mrs. Susan alone. I thought maybe it's dementia or something. Can you look into it, Detective? Oh, and don't worry about Bashka. Hopefully, she'll still be sleeping when I get back in a few hours. But I gotta warn you, she can be one noisy little girl sometimes. I understand, Colton. I love dogs, and I'll start an investigation right away. You go be with Kaylee. And about что 20... ты такой ро... Как у него рожа странная. Он точно под... Какие наркотики? Смотри, какие у него морда. Что с ним не так? Well, I'm heading straight to Kaylee's parents now. Please, give me a call as soon as you find out anything. We're really worried about her. Угу. А подсказывать там будет? Чего, все? Игра начинается? А начните исследование, расследование в поисках улик. Подожди минутку. А, сейчас, вон, ой, какая резкость большая. А, подожди. А как можно резкость убавить? Как можно резко... средняя, низкая... окей, назад. А как назад выйти-то? Яркость. А, продолжить. Ой, подожди, а я на мышку могу? Подожди, а у меня мышка есть? Добавить обороты, чувствительность на мышку, может? Ну, сейчас более-менее хоть как-то. Здравствуйте, я могу погладить пёсю? А он не кусается хотя бы? Здравствуйте. Мне ведь улики, да, надо искать? Вопрос, а что именно под улики? Чё, перемещайте камеру, чтобы найти улику. Расследовать ее, удерживайте кнопку. Увеличите помощь, что к ней посмотрим, вы можете больше одной улики. А какой именно? Где улика? А где улика? Что за улика? Ой. Ой-ой-ой. Почему-то камера шатается. Просто на Q? На момент вы не можете использовать функцию распознания голоса. Ага. На Q распознание голоса. Ух ты, на улицу я точно не хочу идти. Спасибо. А как можно посмотреть? Чайник. Блин, ну тут что-то есть, только я не понимаю, что именно надо смотреть. И что? Мне надо открыть? Нет. А что именно? Almost like my place. Чего? Ебануться там. Это кто? У меня даже фонарика нету. О, маска. Это не улика? Я уже напрягся, кстати. Uh,
Опа, звездочка. Weird symbol. I wonder if it could relate to the case. Закрыть. Здравствуйте. А как свет можно включить? Здравствуйте, а где тут свет у вас? Опа. Что-то знакомая картина, кстати. Что-то... Девочка с апельсинами? Не, не девочка с апельсинами. Ван Гог. Что-то знакомая картина. Не знаю. Not now. Не сейчас. Давай Half-Life 3 это самое создадим. О, кстати, тут что-то вырезано. Кто-то что-то вырезал. I can relate. Я не могу понять. Что именно он не может понять? Я улики должен искать. По идее. Здравствуйте. Ух ты ж. Так это что это? Ultrasound of a child. Probably the client's fiance. But why is it written here? How long do I have to wait? И что? Спокойно. Я уже напрягся, кстати. Просто я давно в такие игры не играл. В хоррор именно. Я уже... Бля. А почему везде вот эта вот штуковина, вот эта вот? Кстати, а я могу закрыться здесь? Подожди, я могу ведь закрыться здесь. И выключить свет. Ой. Блин, а как тебе включить свет? Чего? Вот. Почему так темно здесь? Чего? Нет, туда я точно не хочу идти. Там какая-то еботня идет. Или это просто свет? А, это просто свет? А, я знаю, сейчас нас сзади напугают, да? А кто это? Ёбаные хлёбаные, это кто-то тут... Опа, свет. Не напугаешь меня, тварь. О. А, ну нахер. Выпустите меня отсюда.
Я должен улики искать. Правильно? Кто это за гандон тут свет выключает? Я тебя найду. Мразь такая. Как там было? Ты, мразь. О. А почему тут я не отражаюсь? Пожалуйста, где тут свет включается? Там собака спит. Тут где-то собака спит. Подожди. А, где свет включается? Вот свет включается. Тварь. Вот морозотчина, а. Пожалуйста, где тут свет включается? Чего? И что? Во, другое дело. Подожди, а это что это было? Типа призрак тут был? Подожди, где свет включается? Это у нас тут включается свет. Давай позвоним. Please be advised, it's imperative to settle this outstanding payment as soon as possible to avoid any further complications. Your prompt attention to this matter is greatly appreciated. If you have any questions or concerns regarding your mortgage payment, please do not hesitate to contact our customer service department. Thank you for your cooperation. Да, у меня этот вопрос есть. Один. Ебануться. О, look up. Куда наверх посмотреть? Там у меня есть один вопрос. Fuck, I fuck you. Посмотри наверх. Куда наверх посмотреть? Наверх? Чего? Куда посмотреть наверх? Куда наверх? Да ебаный Жора. Жора, куда наверх посмотреть? Тут было написано, посмотри наверх. Что? Да никого тут нету. Тут камера. Меня что, хотели это самое напугать? Я уже скример пропустил один. Фу, я, слушай, я вспотел даже. И вот... посмотри наверх. Наверху или наверх посмотри. Каком... Пожалуй, а где тут выключатель? Пожалуй, у меня фонарик есть где-нибудь? Пожалуй, F. А, у меня есть... На F фонарик у меня есть. Ёп тв... Чего? На F у меня фонарик был. Ёб твою. Так бы и сказал, чтобы фонарик у меня есть. Во. Другое дело. Ну так не страшно. Но если фонарик есть, тогда мне не страшно. Здравствуйте. Ёб... Да ёб просто, кто выключает свет? А? Подожди, Пожалуйста, а где тут этот самый? А, вот выключатель, да?
Так. Здравствуйте. Бля. Как-то не вовремя. А. Так, я свет буду включать. Подожди, это свет откуда? А, это свет отсюда. Спокойно. Ничего плохого не происходит. Спокойно. Мы просто в доме ходим, гуляем. Так. Включаем свет. Подожди, я хочу потренироваться двери позакрывать. Вот такой, да? Ой, ёб твою. Подожди, а как можно двери закрывать? Сейчас. Надо потренировать двери закрывать. Оп. 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 Все, потренировались. Двери закрывать. Так, спокойно. Спокойно. Так, я везде свет включаю. Да ёб твою, опять кто-то свет выключает. Гандон. Я найду этого гандона, точно. Я ему руки сломаю, этому гандону. Кто свет выключает? О, кстати, тут свет тоже есть. Тут камера. Подожди, а что я должен делать? Улики искать или что я должен делать тут? И вот именно улики. Чего столкнуться, я не успел прочитать. Это пипец, что автосохранение произошло. Что дороги назад нету? В каком смысле? Чего? Опа-на! Стоп, а вот этого не было здесь. Или было? Сейчас я не понимаю. Извините, пожалуйста. А можно отсюда выйти? Я хочу выйти. Мусор. Ведь это не улика, мусор. О, холодильник. Давай покушаем что-нибудь. Посуду помоем, я не знаю. Грязная посуда. Подожди. И что? Я сейчас не понимаю именно что. Под улику. И что? Свет мигает. Вопрос. Если свет мигает, это плохо, да?
А, значит, призрак здесь, правильно? Или как? Я сейчас не понимаю, что делать надо. Чего? Закрываем двери на всякий пожарный. Да. If I have to chase down the password for another 2 hours again, I'm out. Пароль. Какой пароль? Я не знаю пароль. Админ, админ. Забыл пароль. А какой? А, чего? Ебать! Ебать! Сука! Вот же шлюха, а? Ебать. Мразь. Это серьезно, она будет все время пугать меня теперь. Если я не буду входить. Серьезно, она будет теперь все время пугать, типа. А я вижу. Ебать. Сука. Ну нахер. Фу, ебать. О, пошли в жопу. О, все, до свидания.